Да, еще раз всем добрый вечер. Рад вас слышать, видеть. Рустам, как всегда, скажем, зажигает. Мы все спикеры сегодня такие вдохновленные. И меня это тоже вдохновляет. И очень много обращаются людей и говорят, ну, наконец-то, когда там позитивные новости? И, ну и мы прилагаем все усилия, чтобы, скажем так, начать наш эфир с положительных новостей. На сегодня, наверное, положительная новость в том, что негативных новостей все меньше и меньше. Если там 10 дней назад там, негативных новостей в день было там 10, сегодня там одна новость там, в день. Это тоже с точки зрения технического анализа говорит о развороте тренда. И я думаю, что дай бог мы скоро начнем вас радовать там положительными новостями, и, соответственно, с каждым днем этих положительных новостей но больше и больше. Ну, сегодня действительно было много новостей хороших, и Петя там выступил с хорошими новостями, и Виолетта. Я оглашу, у меня такая участь, так скажем, оглашу текущую ситуацию по управляющей компании. Ну, то есть ребята много говорили об остальном, но вот об управляющей компании такая, скажем, честь мне уготована. В общем, доходность на этой неделе 0,4% по биткоину. Ребята отработали достаточно хорошо. Мы были в флетовом движении, и, соответственно, и движение в лонг, и движение в шорт достаточно очень хорошо. Хорошо отработали, взяли, можно сказать, 100 из 100. И по эфириуму у нас 0,36, по USDT 0,42. И оглашу, какая сумма у нас пошла на погашение нераспределенного убытка. По биткоину это 50% от дохода с накопительного счета. По биткоину 9,63, эфириум 178,75, по USDT это 723 389. По Sunrise программе Solar, которые 100% идут на погашение кассового разрыва, это 8,26 по биткоину, 153,22 по эфириуму и 620 048 USDT. 100% прибыли управляющей компании Амерфинанс составил 5,5 биткоина, 102,14 эфириума и 413 365 USDT тоже идут на погашение кассового разрыва. И 50% гонорара управляющих компаний, управляющих активами 6,88 биткоина, 127,68 эфириума и 516 706 USDT. Суммарно это дало 30,27 биткоина, эфириум 561 079 и 2 273 509 USDT. В эквиваленте USDT суммарная общая сумма, которая пошла на погашение, это 5 053 954 USDT. И на сегодня, то есть в моменте убыток составлял 52 миллиона, ну и после вычета данной суммы 46 946 063 USDT. Вот таковы результаты недели, и думаю, что это тоже позитивная новость. И встретимся в среду на Криптомире в телеграм-канале. Всем большое спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. Не упустите возможность стать совладельцем многомиллиардного бизнеса. Амирволлет 2.0 – это уникальный агрегатор сервисов для работы с криптоактивами. Хранение, переводы и обмены. Платежная система AmirPay. Первый маркетплейс с возможностью оплаты криптовалютой. Популярные сервисы и услуги. Доходные счета под управлением Амирфинанс. Только сейчас у вас есть возможность стать совладельцем Амирволлет 2.0. Всего 500 миллионов токенов. Возможность приобрести долю в компании.
выгодная комиссия и кэшбэк, скидки на покупку NFT и другие бонусы для держателей токенов. Амир Wallet – ваша свобода в мире криптовалют. Global Star Club. Возможности безграничны.